Ассаламу алейкум, пацаны! Неужели мы сможем получить фрагменты магического кубка бесплатно в новом событии? А также, друзья мои, сколько всего интересного вы сможете получить бесплатно? Сегодня разберем новые вещи, новые события. Попробуем сегодня, друзья мои, забрать, так, кстати, сегодня новый буях пас. И, конечно же, друзья мои, 1 сентября. 1 сентября это означает новый месяц, это означает новые халявы, новые события, а также новый учебный год. Поэтому я всех поздравляю, получается, да, с 1 сентября. Конечно, друзья мои, я желаю каждому из вас вот этот год, кто учится в школе, да, братцы, этот год, закончить именно с хорошими оценками, чтобы каждый из вас максимально отучился как можно лучше. Поэтому, друзья мои, кто завтра идет в школу, обязательно, братцы, поставьте лайк, потому что это очень-очень важно. Всем все ясно, братцы. Ну что, я думаю, мы уже готовы, братцы, приступать к видеоролику. А вам желаю приятного просмотра. Не забывайте также, друзья, что в этом видеоролике будет розыгрыш на новый буях пас. Ладненько, об этом мы поговорим. А не забывайте, что под предыдущим видеороликом, братцы, под предыдущим видеороликом у нас алмазы выиграл вот этот человек, друзья мои. Вот этот человек у нас выиграл алмазики, поэтому если вы также хотите выиграть алмазики, просто под видеороликом пишите свой айдишник, и рандомайзер, возможно, выберет вас сам. Всем все ясно, братцы? Не забывайте. Ну что, друзья, мы лайк все поставили? Надеюсь, все. Лайк поставил, красавчик. А подписался, поставил колокольчик, все уведомления, вообще будешь прям пушка. Реально, прям будешь пушечка. Все, друзья, вы готовы? Поехали. Ну, давайте, наверное, начнем, друзья, с самого начала. Не забывайте, что у нас уже вышел новый буях пас. И честно, друзья мои, я вот так буях пасы, вот честно, вот так вот буях пасы, я покупать не любитель. Вот честно. Получается, премиум буях пас стоит 640 алмазов, да? Премиум буях пас. Честно, братцы, я так его покупать не люблю. Вот сейчас так люблю покупать не люблю. Я люблю покупать его вот тут вот, получается, в маховике. Но я уже в своем телеграм-канале создал розыгрыш на бесплатных 3 буях паса. На бесплатных. Поэтому, если ты еще не участвуешь, после видеоролика заходи на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. И просто нажимай на розыгрыши. Принять участие, и тебя рандомайзер впишет в список. И ты будешь участвовать и забирать себе бесплатный буях пас. Всем все ясно? Участвуйте, успейте. Так что, друзья мои, чем меньше, скажем так, чем быстрее ты это все сделаешь, тем, возможно, тебя бот выберет быстрее. Всем все ясно? Так что после видеоролика заходим. Ну, что, крутим, братцы? Получается, 640 алмазиков стоит буях пас. Премиум, да? Короче, мне нужно крутануть 6 раз, чтобы понять, сколько я выбью с этого, да, всего, братцы? Поехали, крутим. Крутим. Первый раз получается 100 алмазиков. 100 алмазиков, 100 алмазиков. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Дай мне премиум. Сразу. Угу, понимаю. Так, 41. Вторая попытка, братцы. После посмотрим, что выгоднее. Буях пас покупать за 640 или крутить в маховике по 90. Посмотрим, братцы. Это второй раз я кручу. Второй раз. Пожалуйста, ну. Нет, почему не падает? Сейчас, братцы, мы выбьем, короче, с вами буях пас, а потом я вам расскажу все новости. Бесплатно, да, то все расскажу, не переживайте. Так что ставьте обязательно лайк, братцы. Обязательно лайк ставьте. А кто подписывается прямо сейчас, да, и кто смотрит без подписок, братцы, исправляйте. Обязательно подпишитесь, это будет очень важно. Так, получается, четвертый раз. Четвертый, братцы, раз. Четвертый раз. Ну, пожалуйста, ну дай мне, ну дай, пожалуйста, буях пас элитный, ну, пожалуйста, тебя очень прошу. Ну, дай, ну, дай. Ну, козел, а. И шестой раз. Шестой раз. Ну, да, братцы, невыгодно. Ну, еще седьмой раз можно. Седьмой раз еще можешь, братцы, прокрутить. Ну, хотя, в принципе, упало нормально. 128. В смысле 28? А сколько было? Ну да, братцы. Это получается 142. Да, братцы, невыгодно. Реально невыгодно. Ладно, их оставим, братцы, их оставим. На буях пас. Их оставим 100%. На следующий буях пас. Вот, а тут мы, короче, купим, братцы. Тут, короче, мы купим. Да, мне не повезло, друзья мои. Мне реально не повезло. Покупаем. Покупаем. Покупаем, братцы. Покупаем. Так, забрали. Так, сразу, братцы, сразу покупаем себе. А чё, где скидка, братцы? А где скидка, друзья мои? В смысле, это косяк. Это офигенный косяк.
Так, обмен. Так, магазин, получается. Так, предметы. Так, где буяк-пас? Так, не тут, да, он, брат, или тут, вы не знаете? Так, нет, он, походу, не тут. Он, походу... А, смотрите, или тут, братишки. Так, нет, не тут. Не тут. А, были по скидке, друзья мои. Меня что, развели, что ли? Меня что, развели? В смысле? Новая? Распродана? В смысле распродана? Я ничего не покупал. Что, охренел, что ли? А какой у меня уровень? А какой у меня уровень, братцы? 51-й. А что, тебе покупать нельзя, что ли? По скидке. Ладно, с этим разберемся, братцы. Давайте посмотрим, что мы получили. Получается, мы получили наборчик. Мы получили фрагменты. Мы получили, получается, лутбокс такой вот после смерти. А доска вот такая вот. Получили СКС навсегда. Со статистикой, кстати. Да, статистика тоже есть. Получили, получается, фон. Аватарочка, да. Аватарочка. Мотоцикл получили. И получили, короче... А где сам набор? Понятно, до него, короче, нам нужно еще, короче, доходить. Я понял. До него, короче, нужно еще доходить. Я понял, братцы. Я понял. Все, ладно-ка. С этим разберемся. С этим, братцы, мы почему нельзя покупать, я не знаю, братишки, я не знаю. Ладно, поехали дальше. Дальше, друзья мои, что у нас в новостях? Вы знаете, что у нас впереди, братцы, будет халява. К этому сейчас еще вернемся. Также не забывайте, что у нас уже совсем скоро, братцы. Когда вы нажимаете на рейтинг, вы знаете, что у нас осталось всего лишь, друзья мои, 5 часов до завершения КБ-рейтинга. Кто какое звание апнул, братцы, также в комментариях, пожалуйста, пишите. У меня лично получается эксперт-чемпион. 9, получается, 200 у меня. Эксперт-чемпион, 9200. Вот, и какое вы апнули звание. И у нас, братцы, будут новые рейтинговые награды. Их будет очень много при достижении до мастера. Поэтому... Все, кто сегодня смотрит, братцы, как только начинается, где-то в часов 10, в 11 у нас начнется, братцы, новый сезон, да? Новый сезон, ну да, где-то около 12, да, не, прошу прощения, около 12 часов, да. Около 12 часов у нас начнется новый сезон, да, вот, КБ. И уже сможешь получать, друзья мои, новые награды. Совершенно новые награды при достижении, получается, мастера. Так что все это, братцы, обязательно делаем и получаем себе бесплатные курточки и так далее. То есть это что касается рейтинга. Далее. Далее, друзья, вы знаете, что у нас уже впереди больше процентов, скорее всего, что именно вот этот и вот эта эволюция Скар будет новая следующая эволюция, друзья мои. Вот эта вот эволюция, да, получается самурай. Вот. Ожидаем ее уже после обновления. Обновление, вы знаете, у нас уже 3 числа, братцы. Вот поэтому 3 числа... Ой, 4-го, господи, почему с утра так туплю? 4-го, брат, числа осуждаю, да? Туплю просто. Вот, у нас будет новое обновление. И после обновления уже будем ожидать новую эту эволюцию. Кому-то эта эволюция нравится, также, братцы, в комментариях напишите. Лично она мне реально очень нравится. Ну, мне она реально прям очень зашла, поэтому ждем именно эту, братцы, эволюцию. Поехали дальше. Дальше эволюция у нас будет, друзья мои. Так, это у нас по поводу эволюции мы разобрались. Ну... Да, прикольно, ладно-ка. Дальше, вы знаете, что у нас также, братцы, впереди халява. Знаете? Знаете, какая халява? А у нас такая вот будет халява, где каждый из вас будет также получать себе бесплатные вещи. Это вещи, получается, у нас будут в новом, получается, да, в новом событии. Вот, и также Глудного называется, да, она начинается у нас также 4 числа, 4-го, вам внизу будет, надо будет просто открывать ящики, видите, внизу 3 ящика уже открыто, вот, и эти ящики будут давать вам определенные призы, но сейчас я вам покажу кое-что еще, получается, эти ящики, когда вы открываете, вам дают определенный вид награды, вам дали паранг. Дальше, когда открывается следующий ящик, вам дает бесплатный, получается, наборчик. Вот. Эти ящики вам нужно будет открывать благодаря определенным жетонам, которые также будете получать. Это все у нас будет совершенно бесплатного именно, друзья мои, именно 4 числа. На самом деле халява очень мощная. По крайней мере, я вот посмотрел, сколько тут всего интересного. И я реально был, братцы, удивлен. Насколько эта халява просто топовая. Что именно мы сможем получить? Вот полностью, братцы, список. Получается, весь полностью список. Набор, машины, получается, паранг, получается, рюкзак, да, набор сам. И сами, получается, жетоны, братцы. То есть, жетоны, которые будут... Не жетоны, а, ну да, наверное, жетоны.
которые будут вам давать улучшения, даже не жетоны, получать, как называется-то, да, карточки. Карточки, которые будут вам давать улучшения вашим стенкам. То есть их 4 карточки. Видите, братцы, их 4 карточки. То есть наверху, видите? То есть бесплатные 4 карточки. Вы также сможете получить. Они выглядят вот так вот, братцы. Сейчас покажу. Я покажу, братцы. Покажу сейчас вам, как они будут выглядеть. Вот видите, наверху 4 стеночки. Желтая, зеленая, синяя, красная. Каждая стенка по-своему улучшает вашу стенку. Точнее, каждая карточка улучшает вашу стенку по-своему. Например, одна стенка улучшает вашу стенку, дает вам вашей стенке, например, ХП. Другая карточка дает вам, например, быстрое разрушение стенок и взрывание их. Третья карточка дает, например, вам радиус, да, радар. Когда вы ставите стенку, вот здесь, вокруг этой стеночки будут показаны, где находятся противники. То есть, каждая карточка будет даваться вам определенную, получается, скажем так, способность. И четвертая стенка, когда вас нокает, когда вас убивают, да, вы можете перед собой поставить стеночку. Тоже там будет такая способность. Это что касается именно этой халявы. Вот. И я посмотрел, что на зарубежном регионе в Глунова дают бесплатные также фрагменты магического кубка, друзья мои. В этом бесплатном событии. Это событие у нас, друзья мои, будет по-любому. Но если нам добавить фрагменты магического кубка бесплатно, я буду также охреневать. Вы понимаете, что за фрагменты магического кубка вы сможете обменять себе бесплатно магический куб. Вам всего лишь нужно будет собрать около 100 штук, да, 100 штук. И вы забираете себе эти фрагменты магического кубка бесплатно. Поэтому, друзья мои, 4 числа уже точно будет известно, сможем ли мы получить фрагменты магического кубка бесплатно. Но, по крайней мере, как видите, это событие, и оно реально дается вам бесплатно. Скажем так, забирать себе фрагмент магии кубка. Ну, по крайней мере, тут нарисовано. Друзья мои, я буду реально очень удивлен. Очень удивлен, если это, братцы, у нас появится. Вот видите, фрагмент магии кубка дают бесплатно. Видите? Также можно будет забрать бесплатно магический куб. То есть это то, что касается в новом событии. Вам, получается, нужно собрать 100 штук и получаете фрагмент. Точнее, магический куб на халяву. Да? Да. 100 штук и магический куб у вас в кармане. Вот, братцы, так что сразу говорю, события будут у нас начнется уже совсем скоро. Наверное, братцы, через 1 час у нас уже начнется новое событие, да? Скорее всего, просто, скажем так, главное меню. По поводу фрагмента магического кубка, я вам пока показал, что выходит, что вышло на зарубежке. Если у нас выйдет такой же, это будет топово. Так что прожимайте все максимально лайков, подписывайтесь, если вы хотите, чтобы у нас вышел фрагмент магического кубка бесплатно также. Вот, но говорю, это сразу говорю, это не точно, братцы. Вот, ну и конечно не забывайте, родные мои, прямо сейчас обязательно заходим на мой стрим, ставим обязательно лайк, ведь я на каждом стриме делаю стрим-снайпером челленджи. Вам нужно меня всего лишь убивать, если вы меня убили, вы получаете бесплатно за это алмазики. А также будете играть с моим сыном один на один с пенсином, да, если вы его будете выигрывать в сухую, вы также будете получать от меня алмазики. Всем все ясно? Все, братцы, подписывайтесь на мой телеграм-канал, участвуйте на бесплатные буях-пасы, также не забывайте подписаться на мой YouTube-канал, поставить колокольчик, лайк, вот. Все соцсети также в описании, ВК, группа ВКонтакте, также можете подписаться, там тоже много чего интересного выходит. Ну и, конечно, не забывайте, если вам нужны настройки на ваши телефоны, вы не можете настроить телефон, пишите мне ВКонтакте, я вам настрою телефон, размер кнопки, худи, пиар, расположение, все входит в эти настройки, цены недорогие, зато очень эффективные. Всем все ясно, братцы. Но если у вас не получается задонать в игру на буях пас, да, или пополнение, вы также можете ко мне обратиться. Я вам помогу, все сделаю, это все будет быстро, безопасно, но за это беру маленькую комиссию. Всем пока, до новых встреч, жду вас каждый день на своих видеороликов, каждое утро, и каждое утро жду вас на стримах. Всем пока, до новых встреч, люблю вас, вы лучшие.